Слава, с места есть? Ковчег. Какое место? А, ну не знаю. Ковчег это место, смотрите, поэтому не даем. Место хорошее, ковчег. Бывал. Я выступаю сегодня против экстрадиции Дениса Козака, потому что всех нас это касается, всех, кто ушел от репрессий и от режима тирании Путина, все в опасности. Если начнут экстрадировать людей, которые спаслись от путинского режима, то каждый из нас находится под угрозой, и все мы вернемся в Россию и будем подвергнуты репрессиям и будем отсиживать тюремные сроки. Я выступаю против экстрадиции и прошу Казахстан не выдавать России Дениса Козака. Я пришел сюда поддержать своего друга, товарища Дениса Козака, которому грозит экстрадиция в Россию. Ему грозит 7 лет лишения свободы за комментарий в интернете. По факту. И мы пришли сюда, чтобы я и все остальные, чтобы выразить свою солидарность. И, может быть, даст Бог, это как-то повлияет на свободу Денису Казаку. Я из Екатеринбурга, занимаюсь активной антивоенной деятельностью, поэтому мне пришлось самому покинуть территорию России. И сейчас у нас случилась такая проблема, что на территории Казахстана задержали Дениса Козака на 40 суток по требованию Следственного комитета. Он был объявлен в международный розыск, и теперь его задержали на территории Казахстана и, скорее всего, планируют вывод на территорию Российской Федерации обратно, чтобы провести над ним суд. Ему вменяется экстремизм. Это значит, что, скорее всего, суд будет военный, закрытый. Его осудят и поместят в лагерь, где, соответственно, его жизнь и здоровье будут подвергаться опасности. Поэтому все мы сегодня здесь собрались, чтобы выразить, во-первых, поддержку молодому человеку, а во-вторых, попросить правительство Казахстана не выдавать, не экстрадировать в государство террорист Российскую Федерацию этого молодого человека, потому что там его жизнь и свободы будут подвергаться опасности.